Здравствуйте, дорогие мои подписчики, дорогие друзья. Сегодня я снимаю видео, делаю видеообзор о новом демо сайте FetchA. Как видите, уже обновленная веб-страница у FetchA. И вверху прям видите, что откройте для себя агент Wares. Разверните свой собственный агент уже сегодня. Как видите, уже FetchA начал продвигать свой агент Wares. Это означает, что искусственный интеллект в данном проекте, в данном направлении очень хорошо развивается. Вот, когда нажимаете на кнопку «Присоединитесь агент Wares», у вас уходит вот такой вот страница. Какие вот, видите, коды и сколько у них актива. Все это, конечно, это все сейчас в бета-версии, но это все впереди будет еще ясно. Инфраструктура для интеллектуальных автономных сервисов. С помощью FetchA вы можете создавать, развертывать и подключать интеллектуальных агентов для автоматизации систем Web3 и переосмысления бизнес-моделей. Здесь можно получить их кошелек на Chrome. Можете узнать больше. Здесь у них основное направление, какие есть: строить, создайте, открыть сервис, используя автоматизацию и ИИ для финансы, путешествовать, предсказания, мобильность, цепочка поставок, финансы. Видите? И развертывание. Здесь разверните нашу уникальную технологию на основе агентов для быстрой разработки микроавтоматизации. А также объединяйте агентов для изучения новых бизнес-моделей. Здесь агент учится, предсказывает, действует, чтобы выполнять значимые задачи в реальном мире. Поэкспериментируйте с технологией агентов уже сегодня и узнайте, как изменить то, как мы живем и работаем. Изучите наши инструменты. Вот видите, у них инструмент, агент Wares, микроагенты и агенты структуру автономных экономических агентов. Здесь есть ИИ с технологией совместного обучения Fetch для децентрализованного машинного обучения Web3. Web3 здесь первый кошелек Web3 с технологией агента для автоматизации и исходный код узлов валидации Fetch Network, инструменты Genesis и Cosmi. Вот такие продукты данного проекта. Дальше, что хотел еще вам показать? Еще я вам хотел показать PIC и FetchA сотрудничество. Они переносят агентов ИИ в Polkadot и Kusama. Очень хорошо звучит, да? Что происходит? В двух словах, PIC интегрирует микроагентов FetchA упрощенную и уточенную версию своей структуры автономных экономических агентов. То есть вот это уже хотят интегрировать с Polkadot и Kusama. Вот. Интеллектуальный агент Fetch работает автономно и действует в экономических интересах своих владельцев. Вот, интеграция уже запущена в тестовой сети, уже запустили в PIC и впервые для экосистем Polkadot и появится в CRES в основной сети. Только как они будут запущены, тем самым перенеся их в экосистему Kusama. Агент Fetch обеспечит широкий спектр вариантов использования, такие как подключение интеллектуальных транспортных средств к оптимальной зарядной станции и продолжат путь к более широкому использованию ИИ в экономике вещей на пике. Почему это хорошо для пика? Потому что это будет столп в экономике вещей, и платформа Fetch будет позволять заставить ИИ работать на их благо, максимально используя подключенное устройство. Какую пользу будет приносить? Здесь пользы будет очень много. Вот. Здесь можете сами почитать, ознакомиться. Я хочу основное, что по поводу этого говорит директор по развитию бизнеса FetchA Мария Минарикова. Мы очень рады, что с PIC внедряем нашу систему искусственного интеллекта и автоматизацию в пространство Polkadot и Kusama.
Введение пик экономики вещей Web3 дает возможность развернуть искусственный интеллект и децентрализованную автоматизацию для решения реальных проблем. Вот. Так как это будет работать, вот здесь можно посмотреть на видеоролике, как это будет работать. Fetch AI Speak Network, искусственные интеллектуальные агенты. Вот. Вот видите Polkadot и здесь пик. Вот. Здесь уже кодовое слово они вывозят. Fetch AI. Здесь вот. Короче говоря, с данным видеороликом можете поподробно ознакомиться поближе, дорогие друзья. Вот такие вот у них последние новости. Еще из новостей, это Fetch AI уже представляет новый набор агентских торговых инструментов для децентрализованных бирж. О, очень круто звучит, да? Вот, Кембридж, Великобритания. Ожидается, что 2030 года рынок децентрализованных финансов, то есть DeFi, достигнет в стоимости 232 миллиарда долларов, демонстрируя совокупный годовой темп просто примерно на 42%. Но пользовательскому опыту часто мешает неэффективное использование сделок и высокие комиссии. Вот. Поскольку вот они хотят уже находиться на авангарде новой эры в секторе DeFi, быстро развивающимся технологиями и инновациями, мы осознаем необходимость углубления децентрализации, сказал Хумаюн Шейх, генеральный директор Fetch AI. Они хотят, чтобы торговля на основе агентов ИИ обладает огромным потенциалом для устранения основных точек сбоя и решения некоторых из самых больших проблем DeFi, таких как взлом контрактов, ликвидности и мошенничества, которое обходится отрасли в миллиарды долларов в год. Fetch AI, мы предлагаем новый подход к финансам, которые могут открыть новую эру децентрализованных возможностей. Вот у них такие вот планы. Вот. Ребята, если у вас будут какие-то вопросы по агент Wires, обязательно задавайте. Будем все посмотреть, разбирать. Вот все документы можете узнать у них под Docs. Здесь открыто все, доступно дано. Можете ознакомиться. Тогда всем я желаю удачи. Всем пока. До новых встреч.